Привет, продолжаем блат, и я нахожусь в каплычке, последний приют, и выхожу на секретный уровень, в темный коридор, который ведет, так, на следующий уровень, катакомбы. Бэм Джеймс Вилсон и Крэг Хаббард, ну, очевидно, с нами тут шутки шутить не будут, не знаю, с чего начать даже, давай начнем с напалмомета. Правильное решение, реализация отвратительная, потому что тут же Хеллхаунд. Еще двое. Добейтесь дроби. Картечи получите. Они как-то в бок стреляли. Неплохое начало. О, тут дают патронов для Теслы. Давай, может, из нее начинать стрелять. Ребята, катакомбы обещают быть весьма интересными. Господи ты, боже мой, я аж перепугался. Мерзкое ручище. Где твой напарник? Вот тут музон громкий будет и страшный. Щит мне не нужен. Трободанский. Ну, в дверь, очевидно. Куча хеллхаундов, вообще много противников. Автоприцеливание проклятое. Да что ж ты будешь с ним делать? Стрелять не туда, куда нужно. Я два раза сандалил, а оно выстрелило, сами видели куда. Музыка громковата сейчас, мы чуть-чуть потише сделаем. Так, вот так. Сохранение еще. И что там было? Бля, ребята. Там еще хеллхаунд. Автоприцеливание, ну где же ты? М? Поджег меня хеллхаунд. Огненный щит работает, но все равно мне больно. Сработал, все. Много было ребят. Что, кукловуду, наверное, мы давненько ритуал не проводили. Ох, тут опасно будет, кошмар просто. Интересно, куда делись сектанты? Патроны для Томми. Зажигательные снаряды сердца. Одного я все-таки вывальнул каким-то образом. Катакомбы страшные, ребята. Кресты всякие. Проход только один, насколько я могу узреть. Марана Инфирмус. Тут куча хеллхаундов. Так, сектант мне сразу рассказал, что в катакомбах с нами шутки шутить не будут. Готов. Да, хеллхаундов просто пачка. А-а-а, крик раздается невероятный. Хеллхаунд все еще стоит на ногах. Тесла Кэнон. Не ты меня, не я тебя, но мы тогда тебе бомбу. Готов? Надеюсь, что да, сохранение, Тесла Кэнон. Еще один Марана. Сгорел в аду. Готов. Шутер начался, да? Господин зомби, ну давайте вы воспламенитесь. Мы вас обойдем. Даже не знаю, с чем тут действовать. Патронов мне наваливает, в принципе, достаточно много. Ох, тут комната какая-то неприятная. Зомби возгорится, например. Я захожу. Гроб. В гробу лежит король Англии. Хм. И молчит. Хотел бы он сказать шутку про Берримора, но очень мрачно в катакомбах, поэтому я не буду шутки шутить, пока мы тут все не зачистим. А противников 134, это легко. Следующая дверь, много сектантов, достаточно зомби, сейчас сектанты пойдут. Куклу Вуду, наверное, приготовить, засесть. А, получи сюда, ритуал никто не отменял. Очень темно здесь, хотелось бы очки ночного видения использовать, тем более я их где-то подбирал. Прошлой карте. Не было бы тут вот этих автоприцеливаний, то было бы попроще, конечно. Комната классная, тут можно было врываться, потому что Аким Баганс выдают. Зомбарь восстает. Еще один. Тут можно подрывать их. Собственно. Еще сердца лежат. У меня аптечки нет с прошлого уровня. Это может стать неприятностью небольшой. Тут очень мрачные катакомбы. Прояви себя быстрее, пожалуйста. Вот тебе залетает неплохо. Исаким Баганс. Так.
Зомбаря завалил, тебя поджег. Еще двое зомбей идут, один получает, второго надо поджечь тоже. Нормально мы тут справляемся, сохранение. Зомби восстают просто пачками. Я в катакомбе, в общем. Патроны для дробовика заканчиваются. Скоро шутить шутки мы перестанем, очевидно, говорит зомби Джимми. Бывший реднек. Неплохой фермер был, но не срослось у него. Поэтому мы всех зомби подожжем. Очередной призрак летит. Не успел я ему шотнуть. Сзади кто-то. Так, ну-ну. Ох, как он дал, вы видели? А мне нечем его стрелять. Мне его реально нечем стрелять. Отступаю. Нужен ключ. Тут еще один. Сжечь их, наверное, взрыв. Но по патронам голяк внезапно. Вот тут патроны. Нет, тут паутина. Вижу пауков. Взрываю их. Напалмаланчер, кстати, есть. Патроны для дробовика лежат. Еще зомби восстают. Оба готовы. Руки, ноги летят просто, ребята, во все стороны, во все щели. Дверь, ключ черепа нужен. Я взрываю катакомбы, потому что я заканчиваю шутить шутки с этой всей нечистью. Летят просто пачками. Флайера еще выдают. Давай тебя подожжем. На вилла еще определим. Хорошо. Дробовик появляется, надо экономить. Дробовик, судя по всему, секретные уровни особо жесткие. Меня еще и зомби поджег. Но дробовик уже 23 патрона. Можно возвращаться к ключ черепа. Ого, сколько зомбей. Ох, какой взрыв. Неплохо. Еще двое. Тихо, тихо, ребята. Не надо тут спешить. Так. Этот готов зомби. Сохранение. Легкое. Очень темно. Я очень плохо вижу. Тебе мозги вышибли. Они тебе не понадобятся. Нужно поджигать начинать, потому что очень много у меня баллончика. Однако тут проблема. В узких помещениях зомби меня сам сожжет. Что по предметам? Есть очки ночного видения? Но я вот не уверен, что это сильно меня спасет. Баллончик еще можно метать. Вот таким вот образом. Альтернативная атака у него есть. Меня поджег зомби все-таки. Не очень эффективно в узких помещениях так делать. Хотя, в принципе, поджег и подорвал. Почему нет? Прохожу катакомбу. Слышу там рук. Так. Что потом? И 200. В принципе, мы затащим. Я слышу еще призрака. Что с тобой делать? На, получи. Ха-ха-ха, Кали бы понравилось. Надо, чтобы он ко мне подлетел. Я слышал тут руки. Если руки нападут, то проблемы у нас будут. Призрак не хочет на меня налетать. Вышел на мой астральный уровень, получил. Еще раз получил, готов. Сохранение. Томми готовлю, где руки? Где-то там, наверное. Ну, давай туда засандалим. Подальше еще закинем. Еще туда засандалим. Я бы туда даже какую-то такую бомбу дал. О, кому-то зашло. Да, кому-то зашло. Легкое сохранение, продвигаемся. Тут всех стрелял, гильзы лежат, еще патроны. О, господи, какая голова страшная. Запутанный уровень, дай боже. 6 секретов, я 0 нашел. Тут можно будет, значит, здесь запрыгнуть. И тут еще какая-то катакомба. Паук мерзопакостный, как я перепугался. Я не знаю, мне аж плохо стало. Ненавижу пауков. Давай 2 напалмаланчера, запрыгиваю. Так. Проявись же. С тобой нечего сейчас шутки шутить, мистер... Здесь патроны для дробовика. Куча зомбей. Но это все мы подорвем, например. А вот этому вилами пропишем. Он еще выжил. Такое ощущение, что... Клетка открывается. А был ли я тут?
А, это двери с ключом черепа. Собственно, мне сюда и нужно было попадать. Однако нас еще интересует еще два прохода. Один ведет очередную катакомбу, а второй, наверное, туда, куда мне нужно попадать. Патроны лежат. Я тут был. Я тут с хеллхаундами сражался, и тут еще сектант закрепился. Выход в основной зал. Ребята, наступило время немного полетать. В космос отправиться. Так, Шевченко, набирая швидкость. Як тобі таке? Такий запуск Ілон Маска, а? Серце лежить, надо забирать. Это на самое начало уровня? Не, далеко нет. Вот тут здоровая дверь и с ключом ока понадобится мне он. А тут я был вообще? Тут я не был. Ох, тут нехорошо, я получил сильно. Крики пошли. Куча призраков. Непонятно где и барабан для Томми. Я где-то еще там пропустил местность, в которой призраков не угомонил. Что не хотят на меня нападать. Проявите ж себя. Ох, как мне прилетело. Аптечка есть. Использую. Прояви себя, дух, и сразись. В ближнем бою они очень сильно лупят, вот эти духи. Да, Blood — это монументальная просто игра. Тут я не знаю. Я даже аналогий никаких не могу провести. Мне вниз надо туда обязательно попасть. Надо сначала с духом разобраться. А влетать нельзя, пока я... И бомб не остается вообще никаких. Готово. Фух, ну туда прыгать будет опасно. Тут подъем есть. Конечно. Конечно. Получи сюда, мистер зомби. Вроде старенькая игра, знаете, я не должен пугаться, но... Тут как бы черный юмор такой, потому что бошки летят направо-налево. Ребята, придется в рабоче-крестьянским, потому что динамита не осталось. Смотрите, сколько кровища. Просто кошмар. Так. Следующий. Ох, дал по мне топором. Еще вот посмотрите, такой проход. Тебе можно башку отстрелить, собственно, потому что патроны, в принципе, есть. Ты еще восстанешь, конечно же, Джимми. Такой вот этот проход с факелами, ну просто шикарно. Следующий проход. Не сулит ничего хорошего. Надо вернуться в предыдущий. Тут еще Джимба, и там я вижу. Это ловушка? Очевидно, что да, причем мерзопакостнейшая. Так. Ну давайте, ребята, немного с эктоплазмой поиграем, да? Что по дроби не очень все хорошо. Я могу тут не выжить патронов, потому что нет. Голяк по патронам. Отступил, забрал. Беготни сейчас будет много. Если будут духов запускать, то могут меня духами этими развалить. Ну-ну-ну, проявитесь. Зажали. Перепрыгиваю. Перепрыгнул, отступил. Летят за мной. Запускают духов. Так. Да, тут, конечно, этих тварей поставили очень много. И он где-то вниз улетел. Вот он. Да проявишь себя, господи, это боже мой, не могу по тебе выстрелить. Давай я тогда отступлю, сохранюсь. Мерзкий демон. Так, и тут еще один. Возвращаюсь, потому что я краем глаза видел патроны для дробовика. В этой комнате. Вот они, тут еще кнопка. Тут были хеллхаунды. Этот мертвый. Начало уровня. Выход в главный зал. Динамиты, патроны для шоти. Но мы тут еще не закончили. Потому что мы еще вниз не прыгнули. И тут кнопку мы еще не нажали.
Интересно, что она делает. Она, возможно, в главном зале что-то открывает. Пока что я возвращаюсь, я хочу здесь все пособирать. Надо еще демона вот этого сразить из дробовика. И теперь пора уже прыгать вниз. Ох, тут зомби еще дал, конечно же, по мне. Подъем наверх на мост, очевидно. С параллельной стороны Томми и, может быть, сектант, кстати. Секретов никаких не будет? Не, нету. Проход. Это выход. Это тоже выход должен быть наверх. Там еще зомби тусуются. Вот тут комната неплохая. Так. Тесла Кэнон. А, это вот эта комната, в которую я попасть не мог. И в которой я загнал, собственно, этих духов. Джимбо, сейчас мешаешься. Интересно, надо будет ли в воду прыгать. Джимбо готов. Джимбо еще выжил. Джимбо готов. В воду нельзя погрузиться. Один проход наверх. Тут отпереть-то уже могу. Ну, прояви себя. Готов. Определенно тут должны быть секреты. Я еще здесь все не исследовал. Это еще одна часть из катакомб. Уровень, конечно, очень большой. Я потом, наверное, когда найдем выход, за кадром его весь пробегу в надежде найти какие-то пули. Потому что сейчас я просел. Выходят зомби. Тебя подожжем. Тебя добьем. И тут еще выходят зомби. Это я тыцнул на символ на стене. Патроны охраняли. Очень много Теслы. А тут бомбы. Хорошо, давай параллельный. Параллельный ничего не дает. А вот этот тоже ничего не дает. В таком случае, чем мы займемся? Да мы вернемся, собственно, наверх и пойдем по накатанной в начало уровня, да? Параллельно сохраняясь. 108, да 30 противников осталось. Один секрет я только нашел. Тут секреты надо будет поискать обязательно. Тут я нажал кнопку, мы это запомнили. Она что-то должна была сделать. Вангую, что она в главном здании, в которое мы сейчас выходим, открыла очередную какую-то дверь. А вот что она сделала. Использую аптечку, забираю. Приготовиться к нападению. Руки мерзопакостные. У меня Томми есть для вас. Мафия бессмертна, и ваша рука не загребет мою жизнь. Проход закрывается. Когда по этому оку прохожу, то проход открывается. Надо приготовиться сейчас к худшему. Поэтому я беру Tesla Gun. Это вроде бы бессмертие, ребята. Инвул. Временное. Сейчас с ним надо влетать. А только я бы знал, куда. Тут рычаг какой-то открылся. Мозги, говорят. Бессмертие тут не зря положили. Куча патронов. Так. Еще не вижу, потому что монитор погас, конечно же, в самый ответственный момент. Всех завалил? Вроде всех. Сохранюсь. Неплохо влетели. Опять тут гаснет монитор. Что ты будешь делать? Я кодек не менял. Не хочу, чтобы файлы весили очень много. Коридоры. Давай Теслу. О, тут надо будет взрывать. Плохая комната. Сам сатана изображен. Я, наверное, когда в центр войду, все откроется. Не, когда я заберу ключ, все откроется. Поэтому давайте мы не будем спешить. Мы, во-первых, может, мину поставим, кстати. А почему нет? Почему не расставить эти мины? Сохраниться, взять Теслу. Это не страшно. Да он потому что сам подорвался. Этот тоже подорвался. Да тут и простенькая комната. А, и все. Последняя дверь. Кто там? Это выход. Красная какая-то кнопка. Давай нажмем. Бронежилет, патроны для Теслы. Что, думали, что я тут Теслу буду тратить в ловушке, а? Поджег меня все-таки зомбар чуть-чуть. Ну-ну.
Ну что мне тут взрывать? Тут есть чем взрывать. Ох, тут мерзкий призрак. Получает. Еще раз. Там кто-то горит на фоне. Какая же монументальная была эта игра, господи. Еще здесь, а тут кто-то еще горит. Помогите, оно жжется, кричит. Слышишь? Никто тебе не поможет. Тут я был, тут я взрывал. Сюда заходим. Что-то я нажал. И что произошло? Что-то должно было открыться. Вот здесь. Еще люди горят, господи. Секретная катакомба, наверное. Да, это секретом считается. Напалмомет, сердце. Меня кто-то поджигает. Да погибнешь ты. Ты не погибнешь или что? Какой-то вечный феникс. Он реально меня жжет. Выхожу в главный зал. Неплохо. Неплохо. Что теперь? А, теперь выходят отсюда. Понятно, куда мне надо идти. По огнемету, что там, как у нас. Нормально. Ребята горячие, молодые. Немного некультурные, но что понятно. Вот тот горящий, вечно горящий. Может, это какой-то НПЦ был, я не знаю. Но тут вряд ли будут НПЦ. Все-таки это такая игра. Аптечка, о, как хорошо. И щит полный, и полная ХП у меня. Эти проклятые двери, что тут у нас? А тут мы были уже. Непонятно. А, идти туда, там, где ребята выскочили. А нет. Еще здесь не был. Тут нажимал, да? Да, тут нажимал. Ну, вроде все открыто, а куда идти? Ключ ока нам мне нужен. Мне нужно в двери, там, где ключ ока был. Попробуй вспомнить, где, этот, где эта дверь была. По-моему, она здоровенная была очень. Это начало уровня. То есть не туда иду. Так. Сюда я не прохожу. Вроде бы дверь ока была в первом данже. Это уже проклятая комната. В этом или нет? Навряд ли в этом. Но тот очень запутанный, поэтому я иду в этот данж. Вот она. А приготовиться, потому что тут с нами шутки шутить не будут, судя по всему, в этой двери. Зажгутся огни, и он войдет. И прожмет кнопку, и не знаю, появится сам сатана, наверное. Теслаган готовлю. Так. И тут стильно кнопка появилась. Выход с уровня. 129 и 138, 4 из 6 секретов, полная ХП. Я думаю, мы заканчиваем уровень, потому что результат, если я буду искать, будет хуже. Какие-то spare parts, следующий уровень. Пятая карта только третьего эпизода. Запасные части, можно это перевести. Гори в аду. А мы, собственно, в ад и попадаем, судя по всему. Потому что, посмотрите, что тут происходит. Денджер. Это не жмется. Мы на каком-то заводе по переработке отходов, возможно. Давай Теслу. Хеллхаунды. Хеллхаунды — это плохо. Меня интересует вот эта дверь. Дверца. Чтобы отсюда не выскочили сами знаете кто. Мерзкие руки. Ох, неплохо. Сервис, ребята, фан-сервис полным ходом. Автоприцеливание выключено у меня. Еще раз показываю. Автоэйм офф. Оно срабатывает. Я ненавижу автоприцеливание в играх. Я всегда в шутеры люблю играть сам, попадать. Какой смысл тогда? Не-не-не, свет оставьте. Заперто. Баллончики, ТНТ. Пики тут такие. Так. Мне сюда. О! Тут мы будем погибать, очевидно. Не спешим, не спешим, как в Дюке Нюкеме. Что-что? Нет-нет-нет-нет-нет! Ну я жму И, как рекомендуют. И сбросить ее не могу. Сбросил. Она упала вниз. И погибла, да? Ну, я надеюсь, по крайней мере, на это.
откуда? Отсюда выскочили. Все дополнительное хп коту на смарку. Она жива еще? Так, не знаю. И куда теперь идти, непонятно. Может, надо в начало уровня идти и там попробовать кнопку нажать. Значит, надо... Посмотрите на нее, она за мной все это время... Да, теперь кнопка нажалась. Ого, хеллхаундов там. А они горят в этой лаве? Вроде горят. Но у них резисты. Так, это вот это уже плохо. Тут я, слушайте, заобужу даже с вашего позволения. Ребята, потому что так безобразно слить хп. Вот, а теперь-то все получше, да? Тут можно мину установить, потому... Нельзя, потому что у меня нет мин. Абуз был произведен. Фу-фу-фу. Ну что, ребята, поделать? Старею, старею. Нажал кнопку, и у меня опять монитор погас. А, я ту не нажал. Придется вернуться. Старею. Начинаются абузы на канале, да? Отвратительно. А тут еще, кстати, кнопка. Не, вот эту я не хочу выключать. Все, меня чуть не раздавило. Вот эту прожал. А рука все-таки появляется. Она меня все-таки захватила, посмотрите. Прыгать надо. Надо прыгать, чтобы она отстала. Или, может быть, надо зажимая и прыгать. Но так и оставим. Хеллхаунды. Ну, потрохи горят. А мы больше броски не будем осуществлять опасные. Мы будем только безопасно динамитом все взрывать. Вроде я еще жива. Жива собака. Адская. А знаете, кто босс на этом эпизоде? Я думаю, все уже догадались. Так. Ну, в принципе, мы всех их увидели в главном ролике в игре. Очередную кнопку я нажал. По лаве я идти не хочу, потому что я чувствую, что ничем хорошим это не закончится. Поэтому мы повторяем свой шлях наверх. А, и тут двери отперлись. Не вижу, что впереди опять монитор погас. Locked. Заперто. Locked. Меня везут куда-то? А, это ловушка? Это уже было в первом эпизоде. Мозги, говорят! Погибни просто. Теслаган надо бы поэкономить, честно говоря. А если сейчас опять хеллхаунды? Да что ты будешь делать? Я подхожу, когда кнопки, у меня гаснет монитор. Я не шучу. Это, наверное, что-то с Java связано. Еще раз, сейф на всякий случай. Я когда подхожу к этой кнопке, у меня гаснет монитор. Тем не менее, я вышел обратно. И чего мы добились этим мувом? А, мы должны сюда выходить. Все, понятно. Да что ты будешь делать? Я же не могу играть нормально. Заскакиваю. Опасно. Ну, как-то так. Как-то так это все прошло. Сохранение очередное. Сзади еще Джимба. Джимба, сейчас не до тебя. Не до твоих инсинуаций. Надо выяснить, где тут еще сектанты. Там можно взрыв совершить. Джимба сейчас будет нападать. Ничего не сделает. Щит хотелось бы взять. Впереди двери... О, начинается, да? Ловушенские. Щит мне не нужен, а флайера зайдут. Ключа, естественно, у меня нет. Телепорт вижу. Я провалился в текстуру, ну, естественно. Портнула куда? Портнула наверх, между прочим, интересно. Давай сюда. Падаю в огонь. Портирую это обратно. Куда отсюда могу аккуратненько спрыгнуть? Тут я боюсь лобешником. Вот сюда. Danger написано. Для нас нет ничего не опасного. Ребята! Бомба лететь. А-а-а! Это больно! Тут надо какой-то Томми. Игра вот так вот она иногда... Туда-сюда, понимаете, и... Тут что? О, тут серьезно.
Он будет спрыгивать, да? Готов. Второй. Давай их подожжем просто. Это горит, горит. Ты получил, что хотел? По-моему, там еще двое. Да, туда надо бомбу закинуть. По-моему, недолет. Ладно, допустим, мы разберемся с этим. Сохранение. Не люблю наклонные поверхности. Сложно сориентироваться. Тут, наверное, лифт. Мафия бессмертна. Добавить просто нечего. Куча бомб, и зомби летит куда-то в бездну ада. Здесь дверь. А, я мог здесь зайти все это время. Ну, спасибо. Куча динамита просто. Мы приготовимся. Так, далее что нас ждет? Марина Инфирмус. Сгоришь в аду просто. Шутки закончились. 500 патронов в томе. Я врываюсь. Тут аптечка лежит. Брать не спешу, потому что у меня вроде бы есть, да? Да, на сотню. Ох, это нехорошо. Потому что тут начинаются движения какие-то. Я не понимаю, что тут происходит. Слышу еще сектантов. Тут по мне что-то сверху дало. Две двери, я из этой пришел, да? Да. Марина Инфирмус. Это выход на Денджер, тут мы были. Круто скро кричат, слышишь? Интересно, где вы там находитесь? Аптечку не хочу брать. Надо потратить первую, наверное. Плохой сейф на сектанте. Да что же монитор гаснет? Не, все, со следующей серии я переключаюсь на другой кодек. Это просто невозможно. Locked. Вас забамбало, наверное, это слушать мои эти комментарии по поводу Моника. Ну а что я сделаю? Главное, в рандомных местах просто. Так, тут надо как-то попытаться ухитриться туда запрыгнуть, или, возможно, я здесь смогу подняться. Я там Томми не забрал просто. Все, забрал. Патроны еще. А кнопку ли я прожимал эту и эту? Я поджег себя, но я все-таки выпрыгнул. Говорят, что их надо натыскать. И что-то должно произойти. События просто невероятных масштабов. Тут ребят не выпустили. А, тут. О, господи, ребята. Немного добавим крови в наш коктейль, чтобы он... Что сейчас это все взорвется и меня обдаст этой всей кровью или нет? Интересно, надо отступить, может быть. Ну какую-то помпу я заполнил. О, я еще сюда не сходил. Нет, тут я был как раз-таки, потому что очень сочная комната, правда, Джимбо? Джимбо согласен со мной полностью. Вот в параллельную надо бы заглянуть, а в параллельной, а вот сюда куда-то нам. Кто тут у нас? Тут у нас гаснет монитор. Поэтому мы сохраняемся. Он вообще погас. Так, тут мы, наверное, серию заканчиваем, потому что тут таких еще багов не было. Ребята, да, заканчиваем серию. Я переключаюсь на другой кодек. Blood. Может, надо вертикальную синхронизацию включить? Ну, давайте я попробую. Не, ну, закончим серию. Поменяю на кодек, который не будет лагать. Ну... Будет подольше серии, значит, будет медленнее выходить, но ничего страшного, зато я смогу нормально играть. Я надеюсь. Спасибо за внимание, значит, мы сделали секретный уровень, перешли на 5-й уровень, запасные части, уровень серьезный. Я думаю, он скоро подойдет к концу, в принципе, потому что мы уже настреляли половинку. И в следующей серии мы увидимся. Strangers in the night. И монитор гаснет, действительно. Отлично. Про ночь отличная шутка, Калеб. Ты прямо чувствуешь. Спасибо за внимание. До свидания.